Мама лучшая на свете, и я ее люблю. Вот такие вот, вот такая вот поделка, вот такое сердце у нас получилось, Тамирычем. А на обратной стороне. Какой персик? Тамир очень... говорит персик. Кто персик? Это персик. А. В общем, вот такая у нас поделка. Дамирчик выбрал именно вот такую бумагу. Вот. Это поделка к 28 ноября, ко Дню Матери. Да, в этом году. Какие тесты ты делал в этом году? Любимый урок Дамирчика «Окружающий мир». Мирыч едет и поет очень даже теплый хлебушек. С тобой? Да. Со мной ты говоришь? Со мной. Очень даже теплый хлебушек со мной. Класс. Взяли вкусную покачу горяченькую, да? Да. Что там? Красота. И шарики. Вот такие, да, шарики были в начале какие-то? Ой, очень красивые. Ну там вначале ты сказал, что шарики очень красивые. Ну да, там, мне кажется, такие же точно. Понятно. Ну пойдем посмотрим сейчас. Шка своими руками. Это что? А это набор для творчества, школа талантов. Елочный шарик. Хлебушек? Да. Блин, какая семья медвежья, милые. Цветки очень красивые. Ты здесь? Да. Очень уютные. Тут корица, апельсины, рябинка, какая-то калинка. Возьми бока за рога. И все открытки под деньги. Хочется... А, нет, есть и не под деньги. Пусть обычные. Хочется обычную открыточку. Знаешь, Мирыч, хочется не под деньги открытку, а обычно, чтобы пожелания написать. Да? Да? Какие эти здесь новогодние? Красивые какие. Похожие тут есть? Да, да, да. Но тут чуть-чуть другие. Вот разные. Не одинаковые, да, Мирочка? Они же одинаковые. Нет, мне смотри. Вот эти с домиками очень понравилось. Знаешь, смотри, одинаковые домики. Да. Они просто с одной стороны он такой, а с другой стороны такой. И такое тебе еще понравилось, да? Да? Класс. Ну, супер. О, вот, смотри, какая угу. Классные. Там и говорю, что они ажурные такие, мне тоже понравились. Да, я не так. Дамира, натруженные руки, краски все, да? Прикольно, горячие няшки. А что это? Ну, просто раньше мы не совсем. Не совсем понял. Стирай. Я же сказала, няшки круто оформлено. Карты. И крупы, здорово. Мама, посмотри, Дамир. Это видишь, крупы у них здесь все вот так наложено, чтобы каждый не... Ну, вот это вот не было. Понял, что своя куртка грязная, трусишь. В общем, вот этом мешке. Помнишь, как мы нагребали с этим? С совком, вот в Рэме там и так далее. Класс. Сухофруктов много и бананы сушеные. Прекрати, сейчас порвешь пакет. И вот тоже, смотри, зимняя звезда написана. Вот, да, Winter Star какой-то. И вот, да, коллекция. Бабушка ж нам дарила тогда чай, кёртис этот. Ой, смотри, тут тоже какой. Смотри. Ой. Вот этот красивый. И выше прикольные коробочки. В коробочке что? Да. Какой? Ой, смотри, мама. А? Шикарь. И вот этот, то, что ты сказал. Ну, это написано набор для какао. Я могу... Чай. Ты говорила, так чаю набор? Да. Ну, вот еще тоже блестящий. Дамир, сейчас эта тележка шлепнется вместе со всем, что в ней. Господи, это для какао написано, могу тебе какао с этим делать.
Это сейчас 8 марта или тоже заранее? Железная такая коробочка, красивая. Тык-тык. Шоколадка. А? Шоколадка. Конечно. Обожаю еще этого зайца, этого, господи, кота.